Около 4000 нарушений в этом году было выявлено в деятельности управляющих компаний. Такие данные сегодня озвучили на очередном заседании в правительстве области. Основным вопросом для обсуждения стала сфера ЖКХ. Некачественное предоставление коммунальных услуг – это основная проблема, с которой чаще всего сталкиваются жители области. С каждым годом подобных нарушений в Кирове становится все больше. При этом число управляющих компаний, привлеченных к ответственности, увеличивается, что говорит об активности граждан. Как было отмечено на заседании, по всем нарушениям жилищная инспекция регулярно проводит проверки. И при их нахождении в обязательном порядке принимаются меры. К слову, в этом году кировские управляющие компании уже были оштрафованы на 24 миллиона рублей. Сумма в два раза больше, чем в прошлом году. Все это влечет за собой, влечет за собой потребность власти постоянно участвовать в этом вопросе. Если чуть начинаем отставать, значит, необходимо нам догонять, потому что жизнь не стоит на месте. А с другой стороны, управляющих компаний стоят десятки тысяч, сотни тысяч наших граждан, жителей от этих многоквартирных домов. И поэтому, конечно, оставаться в стороне от этого вопроса просто невозможно.